по посещению Манасиса, да, зеркало нашел в туалете станции Манасис. Вот как я жду поезда на Вашингтон. Как я выгляжу? Да, без очков, очки здесь. На улице жуткая жара. Все. Расписание. Должен быть вовремя. Как станция выглядит. Вот так вот, вот народ ждет поезда на Вашингтон. Он там уже заработал. Народ собирается. Народ собирается. Я останусь. Второй. Вот Вашингтон. Туда. Вот тоже это здесь сидит покурить. А там внутри кондиционеры. Ну, второй фильм. Про станцию Манасис. Из которой сейчас будут добираться на поезде до Вашингтона. Тут такие же. Ну и все. Детство. 50 лет назад. Горный воздух, потому что только остановка. Здесь. Сейчас вот, все там вроде сейчас должен поезд прийти.